Ребята, всем привет. Пятница, чертова дюжина. 13 января. А, пятница. А, неужели правда пятница? А, неужели правда пятница? А, неужели правда пятница? И не, и не, и не. Развратница. А пятница 13-е. Ни хрена себе, пятница 13-е. А я даже и не знал. 23-й уже наступивший Новый год. Ребята, ночь. Московское время по московскому времени сейчас составляет 5 часов ночи, 15 минут. То есть без 45 минут уже, мальчики, 6 часов утра. И вот один чувак как-то меня просил, ну, неделю назад или 2 недели тому назад, чтобы я сделал обжор на глазированные сырки от фирмы «Каждый день», которые продаются в Ашане. Ну, я что-то все как-то это... Кто занят, кто еще что-то. Кто еще что-то. Да и что-то он задонатил мало в первый раз. Что-то совсем я не знаю. Сколько, не помню. Вот. И вот буквально вчера на стриме он хорошо задонатил, много задонатил. И напомнил мне, чтобы я сделал обжор, продегустировал сырки от фирмы «Каждый день», которые продаются в Ашане. И вот пацан сказал, пацан сделал. Поэтому с новым тебя, с наступающим, вот старым Новым годом. Кто вот задонатил на сырки от фирмы «Каждый день», вот я купил их. Там разные были сырки. И «Чудо», и «Росагроэкспорт», и «Красная птица» от Ашан. Разные. Вот. Но меня просили взять именно «Каждый день». Но они, я не знаю, сколько их видов, но в Ашане в этот раз были только 3 вида. По 8 рублей с копейками. Ну, за чеком лень вставать. По 8 рублей с копейками. Такие вот я взял. 3 вида. «Каждый день». Да. Очень свежие. Десерт называется. Глазированный. С растительным жиром. Картошка. Антошка. Пойдем копать картошку. Антошка. Пойдем копать картошку. Тили-тили. Траливали. Это нам не задавали. Это мы не проходили. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Короче, здесь 40 граммов, и это жирности, сейчас скажу сколько. 23% жирности. Видите, какие свежие. Вот такой вот я взял один. Так, вот такой вот десерт глазированный с растительным жиром. Это уже вареная спущенка. Дизайн скромный, но зато экономишь на этих пачках. А то мы иной раз переплачиваем не за качество, а за эти вот красивые фантики. За бренды переплачиваем. И вот такой вот. Это уже 3-й. Десерт глазированный с растительным жиром. С ароматом ванили. Вот. С ароматом ванили. Так, давайте начнем с аромата ванили. Так, пахнет вроде ничего. Так, а где их делают? Пальмовое масло написано есть в составе. Пальмовое масло есть. Но если пальмовое масло хорошее, настоящее, то оно даже это не вредное, даже полезно чем-то. Но если некачественное, то тогда понятно. Изготовитель ООО «А Сырков». То есть не Кривской, а Сырков. Это вот адрес производства Московская область, Быкова. Или вот юридически это город Троицк. Ну, не знаю, откуда что тут. Так, сейчас мы откроем. С виду ничего. Очень красивый.
шоколад целый, довольно-таки такой на вид черный. Шоколада много, глазури. Давайте попробуем. Ничего. Да. Вкусное, а то как-то я брал, помню. Не помню, это фирма, не это. По-моему, от Кривского не понравилось. И даже это, помню, жрал. Сырок, мне попалось бревно. Кусок этой деревяшки. Короче, спичка попалась. А в этот раз, видите, хорошая. Вкусно. Это хоть и не творог, а растительный творог. Но все равно вкусно. Шоколад очень вкусный. А гойдки. А глазурь очень вкусная. Такой вкус ванильный. Молоком отдает, да, этими вот сливками, творогом. За твое здоровье. Спасибо, что задонатил на сырке. Привет тебе от меня. Так что, видите, не все дорого хорошо, не все, что дешево, плохо. Эти вот сырки дешевые, но очень вкусные, мальчики, очень вкусные. Я вам вспомнил правильно, я без шутки. Давай с вареной сгущенкой. Вкусный. Такая-то где сделана, там же. Сырков. У них много всяких филиалов. Тоже глазурь целая. Только что из холодильника достал, такие холодненькие, вкусные. Это вот со спущенка. Тоже вкусно. Да, нравится. Поэтому советую вам всем попробовать, вам понравится. Обалденно. Дешево и сердито, мальчики. Вкусно. Я обычно в это время сплю уже, но вот видите, даже времени нету заснять обзор, продегустировать из-за этих стримов. Да, я, кстати, стримлю, поэтому подписывайтесь на мой канал. Ставлю музыкальные клипы по 50 рублей, мальчики, но потом, может, дешевле сделаю, так что это подписывайтесь. Выполняю всякие челленджи. Сорок граммов все-таки. Хороший вес. Вот я уже 80 съел. Вот будет сейчас 120. Это вот картошка. Да, вкусно. А вот до этого брал какие-то сырки, эти, не эти. У другого производителя. А говно было. Так что, видите, все зависит от этого. От производителя, от честности того или иного производителя. Наша фирма каждый день хорошая. Там есть как хорошие товары, так есть и плохие. Поэтому не все, что дорого, хорошо. Не все, что золото блестит. Мало звать никогда дорого. Не могу открыть. Так, это, короче, картошка. Крошка картошка. Давайте попробуем, мальчики. Картошка самая вкусная. Фак.
Класс. Вкусные. Но они все, короче, вкусные по-своему. Это такое жирное. Вот как раньше, в детстве. Пирожное, картошка. Еще этим отдают. Не то ромом или чем-то. Там спирт или что-то содержится, не знаю. Кондитерский. Да, вкусно. Вот уже половина шестого ночи. Сейчас пойду зубы почищу и спать. Вкусно, все вкусно. Это очень сытно. Прям даже это к небам прилипает. Короче, все понравились. Даже понравился этот вот с ароматом ванили. Ну, короче, все хорошие. Попробуйте. Привет тебе передаю. Вот, воздушный пламенный, спасибо тебе за донат на эти сырки. Все, сейчас водички хлебну и спать. Все, спокойной ночи всем. Вкусные сырки. Попробуйте. Мне понравилось.